Не понял. Сейчас объясню, как, вот как, у, как у закончим, не проблема. Да-да-да. Просто игра так устроена, оно не стакается, там не будет 30%. Так, это дом, да? Да, это дом семьи. Все, я на втором этаже. Это мы такое любим. Да. Так, все, я на сборе. Так, я на сборе, блядь. Ну это кто-то спрыгнул. Да это кто-то вот быстро собирает кости. Нет, это кто-то спрыгивает с крюка, ну с веревки. Ну да, я их обоих я вижу, тоже нормально занимаюсь. Я тоже думал, что это щиты, блядь. Ну хуй там. Нет, щиты оно именно, когда, когда он во время загрузки, когда Буба производит анимацию убийства, он у тебя перед носом, вот это щиты. Ну, это один из, вернее, вот так вот. Там же дохуя видов щитов. А, ну ты естественно. Так, открыли по два уже. Они нас так, рашат. Сейчас. Сука, они рашат, блядь, а мы... Так, я это делаю. Опа, закрою. Сурб! За... Я бегу за Сурбом, на улицу вышел, бегу за ним. Так, я сиську вижу, а ты кто? Два Сурба, у меня два Сурба на улице. Понял, разбираюсь. Дерусь, я его держу. Да ты издеваешься? Держу. Посмотришь потом на записи. Я понял. Даже Бубас. Ломает генератор. Даже Бубас не успеет добежать. Вот ты говоришь, не скорость увеличивается или нет? Вот на меня сейчас, блядь, посмотри. Мне в спину вставили! Брат, прикинь, все пизда, я такого еще не видел. Красавчик, ну хотя бы минус один. Потому что я избил, да? Так, что там, конь убежала? Она убежала, да. Но надо пусть закрыть ген все равно, чтобы они не стояли. Но он еще не остыл. Я их выгоню. Чтоб она не умничала, она там один приседает. Пусть приседает. Слушай, ну капец, как быстро. Конечно. Подожди, пока не вырубай, а то я током получу. А еще пока не могу. Я скажу. Что не сидеть буду здесь полдня. Так, все, вырубай. Пока не могу. А, ну вот, кстати, посмотри на меня. Ты хочешь сказать, скорость не ускоряется? Посмотри, как бегу. А ну, да, смотрю, да. Выруби. Блядь, за кустом прям вырубил. По-моему, ускоряется. Вот стандартный. По-моему, ускоряется. Блядь, тут скилл-чек попадать надо. Естественно. Попал. Вон она, сиськи помогаем, сиськи. Дерутся с нашими, да. Лечу. Так, сейчас я ее подсвечиваю. Она налево пошла, налево, в левую комнату. У окна. У окна, выпрыгивает в окно. А, выпрыгивает в окно, не трожь, стой. Ну он встал, я его пиздю. Ну тогда доливаем. Все, красава. Вот это у нас получается. Ну, потому что манами мы уже научились. Это да. Ты видел, как сурвы выбрали? Смотри, это уже типы профи, это уже которые там, не знаю, каток 50-100 сыграли. Ну да, это уже явно не новички. Кстати говоря, видел, вот тут у тебя билд? Да. Вот я билд на что? А у нас дед пустой. Прости, брат. Ну прости, я же, блядь, бегал, помогал. А дед, блядь? А, вижу. Ты ж видел, я сразу двоих увидел. Да-да-да, это понятно. Ну это рашеры попались такие, блядь. А вот для этого нужна сиси, и в основном сиси работает. И хич, ну, прикольный, но, не знаю, мне, блядь, не заходит. Ну, он слишком специфичный. Бля, кто кровь собирает вместо меня, пиздец? А сиська бегает. Блядь, я по 60 крови собираю, что, блядь, она делает? Курица, блядь. Блин, надо все вливать, деда, этот последний будет умничать.
Хорошо, что, кстати, придумали вот эту штуку против всяких троллей. Да. Это прям да. Очень. Да, охуительно прям. Я не вижу. Да не, нет, конечно. Так, ну-ка я на задний двор выйду, может он там уже. Проберись. Главное, двери не открывай. А я твое видео сегодня посмотрел. Там, где ты пошел, все двери открыл с Вовчиком. Пошел, все двери открыл, замки разломал такой, блядь. Пацаны, здесь никого нету. Да, я еще тогда этого не знал же. Это же одно из начальных видео. Я вообще без понятия, что закрывать их надо было. Бегаю такой, а сурвы, это генераши, это уже убегают. Думаю, что за фигня. Бля, ну это круто было. Это реально было круто. Так, тут тоже. Не, ну классно вот. Ага. Чё так, классно? Так. Сейчас, секундочку. Ага, ты там, все, я понял, я в другую сторону. Классно то, что здесь не страшно записывать ошибки вообще. Да, вообще без разницы. В любых онлайн-играх не страшно записывать ошибки, смысл. Не-не-не, в ДБД там как бы чуть-чуть по-другому, я бы сказал. Ну, может, лично для меня, хрен его знает. Я когда в ДБД играю, допустим, если я там что-то проигрываю, блядь, меня начинает подгорать малёха. Ну да. А когда я в ДБД проигрываю, у меня только начинается контент. Это да. Красавчик. Это самое основное. Так, чё там старый? Орёт, я накормил его. Главное, чтоб сиська кровь не трогала, блядь. Слушай, тут, блядь, собираю, блядь, как тот самый. Так, иду с заднего двора. Где-то 5 гол один. Так, пытаюсь услышать. Понял, я тогда заглушу. Не, а твой не мешает глушение. А этот, безрыва. Ага. Вообще, я на тебя навожу похуй. Вот сейчас на тебя смотрю вообще, я тебя не слышу. О, все, пятый, слушаем. Второй этаж, наверное. Вдали, блядь, вдали. А так я там только что выключил, быстрей. Бегу. Он не должен успеть. Я понимаю, идем. Так, иди, я слушаю. Где? Справа, видишь ее? Все, вижу. В маленьком здании. Вижу. Лечу. Сама себя хуярит или что? Что она делает? Там такое движение было. Я там закрою. Все, я за ней с другой стороны. Посмотри, где я, она здесь. А, понял, я вижу. Иду с этой стороны. Давай. А идем вместе, пошли. Ты слева, я справа. Давай. А, тут и сиська тоже. Вон она, сиська бьет. Добивай. Фраг у сиськи забирай, ну. Пытаюсь. Давай, забирай фраг. Ахуй, нету самой. Ну и все, отлично. Какая добрая, позитивная игра. Прикольно. Ага. Прикольно, на самом деле. Положили в кукурузине. Давай еще каточку.